Да. Смотри, прикол, пацан умрет. А, нет. Блядь, не сел за тачку, потому что его мать ебаная гамначка. Это интересный момент, но, блядь, да, действительно, наблюдаем то, что пацан сверху сел. Ну что ж, блядь, будем как-то выкручиваться из ситуации сложившейся, да, действительно. Это, блядь, является действительностью, блядь. Что ж, делаем, блядь, пересадку. Отлично, блядь, перебежаемся, блядь, машина, блядь, движение. После чего я иду, да, выстреливаю. Отлично, идет стреляние, блядь, пацана пытается убить. Здесь война машин уже идет. 100% машины воюют с машинами. Человек хочет убить человека, находясь в транспорте. Здесь уже проблема, ситуация действительно не из приятных, потому что наблюдается отсутствие гусеничного тракта. Действительно, пацан умер, после этого я должен его добить, для того, чтобы он одержал смертельную казнь. Хорошо, мы пытаемся выкрутиться из ситуации, машина, техника в опасности, двигатель перегрет. После чего наведем на противника, убивается человек, но не пытается его, блядь, нахуй сосредоточиваемся, блядь. Человек хочет забраться в машину, блядь. Я его пытаюсь убить, но, блядь, он, сука, оказался спроворнее. Ну, сука, здесь раз, два и техники пизда. Окей, я вышел с машины, потому что ситуация вынуждает. Я убежал от преследования. Пошли. Пена, ты долбоёб, не надо.